Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой ежедневные награды. Это раз. Во-вторых, открыть колоду. Обязательно. Так, кто у нас здесь? Хан, я думал паукус, но это хан оказался. Заберем тут награду и пройдем серию испытаний сразу же. Ну что, пойдем, как говорится, на второй круг. На второй круг у нас идет заход. Возьмем Донателло, возьму здесь Макмана и возьму, наверное, Леонардо. Вот таким составом хочу сегодня поиграть. Ну, сам понимаешь, что это событие мы в любом случае пройдем. Единственное, что будет сказываться, это урон, который мы получим. Так, Кирби сразу ушатали. Давай-ка попробуем плевком. Опа, минус грибочек. Минус мутант белка. И вот тут у нас основные. Короче, три крысы. Это я, судя по всему, крысиного короля. Давай вот так, наверное, с гранатомета. И добьешь, интересно? Донни, давай, не подведи. Красавчик. Ребята, у него все получилось. Причем получилось все как надо. Уничтожили, всех разбомбили. Соответственно, получаем награду. И идем, наверное, искать нужные нам элементы. На кого? Ну, конечно же, на Крэнга. Мы еще Крэнга не дораскачали. Хотя уже близится этот момент. Так, двое слизи защитных очков. Давай попробуем найти. Так, здесь, видимо, не судьба нам найти. Да, к сожалению, мимо. Раз. Давай, 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 давай. Мне эти слизи защитные очки. Блин, такое название. Ну что, один мутаген дают. Вот такая подстава. И комиксы. Мутаген, ага, и последние нам, по ходу дела, нужны очки, вот они. Ну что, с очками вроде бы, блин, даже перебор сделал небольшой, ё-моё. Стоп, мы что, задание выполнили уже? Ну-ка, подожди секундочку. Точно? Ладно, в следующий раз продолжим искать. Поднять уровень персонажа. У нас сколько? 24 тысячи мутагена. Хватит ли нам? Нет. Но мы сделаем это тогда после того, как пройдем арену. Как всегда, будем пытаться фармить кожеголового. 50 жетонов. Давай далее. Так, Рафаэль ролевой. Карта Бибомима. Золотые осколки. Е! Друзья, ну таким макаром мы скоро получим с вами кожеголового. Точнее, не то, что получим, мы его прокачаем. И к тому же у нас еще 590 жетонов. Кстати, насчет жетонов. Вот здесь же еще мы с тобой можем набить. Это сколько тут получается? 200. Слушай, по-моему, мы сейчас купим еще 3 ДНК. Вот что я тебе скажу. 3 ДНК на кожеголового, естественно, за жетоны. И будет у нас, смотри, мы получили сейчас 3. 3 возьмем, 6. А нам не хватало, если я не ошибаюсь, 7 жетонов, по-моему. Ой, 7 жетонов. 7 ДНК. По-моему, так. Слушай, неужели у нас на этой неделе кожеголовый получит фул звезду? Да не может быть. Я, конечно, постараюсь, тем более сегодня что у нас? Сегодня среда. Видосик выйдет в четверг. Пятница, суббота, воскресенье. 3 дня еще есть. Ну, я думаю, что если 3 ДНК мы найдем, то успех будет за нами. Давай дальше. Так, 60 жетонов мы уже получили здесь. Сейчас мы еще тут, по-моему, если не ошибаюсь, 70 срубим. Поехали. Зэк не смог заблокировать у нас Змейка Вьюна. Ну, Армагон отыгрался. Отыгрался полностью своими челюстями. Ну что же, отлично. Так, ребят, на втором канале подготавливаются 3 игрушки. Так что заходите, смотрите и комментируйте. Там типа такого голосования. За какую игру будем... какую игру будем проходить? Вот так вот. Ну что, давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. Дальше. Тройной укус.
Правда, у нас меткость пониженная, но я думаю, что... Да, мы попали. И Ванюша должен, по идее, добить. Твою налево, дебаф повесил. Да плевать нам. На тебе. Хоть у нас и была пониженная атака, все равно мы змейка Вьюна ушатали. Ну и забираем последние наши. По-моему, соточка, да? 100 жетонов, да. Итого 870. Ну что, переходим в магазин. Предметы, жетоны. И покупаем. Друзья, 97. Ты представляешь, если мы с тобой находим 3 ДНК на коже голового в течение вот этого оставшегося времени, да? Видишь, тут 3 ДНК, то тоже кожа головы будет у нас на фулку прокачан. Ну что, ребята, а я перехожу на турнирную арену. Как ты видишь, мы в Лиге Мастеров. Одна звезда, меня все-таки сбросили, но ничего страшного. Ранг только вот я не посмотрел, какой у нас. Ну что, берем Супер Шреддера и вместе с ним, наверное, пойдет Кожеголовый. Проблема здесь немножко в другом. Успеет ли Кожеголовый со своей инициативой, точнее не Кожеголовый, а Железноголовый, конечно же, успеет ли он опередить наших противников? По идее, успеет. Да. Запинали мы их здесь всех, Кожеголовый. Да что ж такое Кожеголовый? Железноголовый нас не подвел. Все отлично. И смотрим сейчас, куда мы переместимся. Была 57-я позиция, становится 38-я. Слушай, ну неплохо идем. Давай дальше двигаться. Я возьму здесь Бакстера и плюс... Ну ладно, пускай будет Магман. Напросилась все-таки. Единственное, кто мне здесь не нравится, это, конечно же, Микеланджело. Несмотря на то, что у него 69-й уровень, инициативы у него хоть отбавляй. И как ты видишь, он ходит первым. Ну что, попробуем. Хлоп. Так, двоечка в минус. И добивка, наверное. Да. Как всегда, ребята меня не подвели. Все очень быстро. Ну вот поэтому, друзья, вам я все время говорю, качайте тех, у кого есть массовые атаки. И будьте без проблем проходить все вот эти вот события. Мало того, что проходить, вы еще будете зарабатывать на этом. Ну что, попробуем получить 17 или 16-23. Нет, там должно быть 17. Во. Возьму, наверное, здесь Армагона и... Армагона и Донателло. И я буду надеяться, что все-таки получится. Хотя у Донателло, если честно, инициатива не особо хороша. Но нам главное уничтожить муху и майки. Проверим. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это плохо. Вот это плохо, друзья. Да. У Донателло, я же тебе говорил, что у Донателло не особо хорошо с инициативой. И майки этот. Если бы не было бы бафа от майки на усиление атаки, он бы Эйприл бы так легко не уронил бы, поверь. Вот. И вместо того, чтобы перейти... Чего? Две ступеньки всего. Да ну нафиг. Вы что, издеваетесь, что ли? Прикинь, они меня перекинули, просто взяли на две ступеньки всего. Ну это, конечно... Это нарочно так сделали. Я при самом плохом раскладе, ребят, я даже, когда у меня один персонаж всего лишь выигрывает, я передвигаюсь и то на 2-3 ступеньки. А тут все выжили, кроме Эйприл, они мне перекинули. Да, да, именно, на 2 ступеньки, молодцы, конечно. Здоровски вы сделали, ничего не скажешь. Так, немножко меня отвлекли звонком. Ну что, Лига Мастеров, 2 звезды, 99-я позиция. Так, что же мне сделать? Ну, давай, наверное, возьмем майки, Рафаэля, Усаги и вот так. Блин, что-то я сомневаюсь, конечно. Нет, ну, у нас есть откаты, не забывай об этом, и плюс от Супер Шреддер. За счет него мы должны тут все, в принципе, отыграть. Я надеюсь, это действительно сработает. Так, Зэк, бросай бомбочку свою.
И тут надо кого-то... Вот так, может быть, сделать. И ронять Донни. Так, а постепенно урон, конечно же. Именно от него они и упали. Ну что, продвигаемся тогда далее. 83-я позиция. Так, давай, наверное, сделаем Крэнк плюс Супер Шреддер. Ну и вместе с ним уже. А вот мы, кстати, не знаем, какая инициатива у Крэнга. 93 уровень, но против 73-х Хана. А, тут Хана нет. Хан у нас. Вот я не знаю, что у нас получится, если, например, Супер Шреддер не сможет их добить. А вот сейчас и проверим. Ага, все-таки у Крэнга нормально все, ребят. С инициативой, как ты видишь, он стал ходить вторым. Замечательно. Значит, на Крэнга можно, как говорится, положиться. Но опять же, уровень пока был не самый максимальный у нашего врага. Так что, но все равно галочку стоит поставить. Так, ну что, двигаемся дальше. У нас... Давай, наверное, вот этих вот возьмем. Беру Армагона, опять же Супер Шреддера, и вместе с ним будем отыгрывать наших остальных бойцов. Слабых, естественно, слабых. Ну-ка, бомби. Постепенно почти на всех, кроме Майки. Но это его не спасет от удара Армагона. Вот как-то так. Ну что же, погнали далее тогда. Погнали дальше. Так, 17-23. 17-23. Опять же Супер Шреддер. И возьму Усаги здесь. Старая добрая команда. Супер Шреддер и Усаги. Да, когда у меня еще не было Супер Шреддера, его заменял Усаги. Усаги обычно играл вместе с Армагоном и с Леонардо. Вот такая была у нас команда. Причем довольно неплохо рулили. Ну а когда уже накопил я на Супер Шреддера, тут, конечно, все поменялось у нас в корень. Он у меня стал основным фаворитом, поэтому я его всегда беру в команду, а уже к нему присоединяю там Усаги, Лео, ну и всех остальных. Как бы он у меня основной идет. Ну что, я думаю, еще пару поединков, и мы, наверное, перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды, а там будем держать темп до Лиги Мастеров. Ну, короче, до топового места. Да? До соточки. Раз, два, три. Поехали. Отыграть, я думаю, что мы успеем всех. Всех наших бойцов. Кстати, надо будет по откатам посмотреть, что у нас там получается. И хватит ли у нас запала. Пух. Готово. Все, щеглы лежат и отдыхают. Ну, а мы двигаемся дальше. Так, покажите мне, пожалуйста, нашу позицию. Ага, 19-я. Откатов 20. Ну, получается, что 10 поединков можно еще сыграть. При условии, что мы будем делать, тратить 2 отката за поединок. Если мы даже возьмем по 10 ступенек в пролет, да, за один проход 10 ступенек, то получается 10 боев — это одна лига. То есть это получается, например, если мы в Лиге Мастеров 3 звезды, то мы дошли бы до топчика. А в нашем положении все немножко хуже, потому что мы с тобой еще пока не в Лиге 3 звезды. Поэтому делай отсюда расчет. Вот. То есть уже минус 2 поединка, 8. Но нет, мы не успеем дойти. Хотя можно купить. Я уже это несколько раз говорил. А с другой стороны, зачем? Куда нам спешить? Пока некуда, ребята. Сегодня среда, но завтра будет четверг. Плюс 2 рабочие смены. Это получается четверг, пятница. Суббота я на коротком выходном. Воскресенье, понедельник у меня в ночь смены. Да. Как-то
немножко неудачно получается все. Буст вроде бы как он и есть, и в то же время как бы перед ночной сменой. Фиг его знает. Ну, посмотрим, как там будет у нас. Ну что, Лига Мастеров, 3 звезды. Наконец-то мы до нее добрались. 85-я позиция. Поехали. Глядишь, и так пройдем. Может быть. Но персонажей еще пока очень много. Очень много. То есть вполне можно, да, дойти до топчика. Ну-ка. Кто-то говорит, а зачем рейд ты играешь на 2x скорости? Ребят, если я буду играть на первой скорости, это знаешь, как будет долго все. Ты просто не представляешь. Это будет один бой длиться, я не знаю, там, минуты две. Ну, где-то так, в среднем. Так, 67-я позиция. Так, ну-ка давай возьму-ка я вот эту вот команду. Армагон плюс... Давай возьмем Усаги, чтобы не повторяться. Раз, два, три. И вот смотри, что у нас получится, если мы с тобой сделаем первую скорость. Посмотри, как это все... Ну да, озвучка все это возвращается. Но как же это долго, а? Да? Согласись. Когда можно на 2x все это сделать намного-намного быстрее. Так что вот в принципе и вся разница. Почему именно так все делается. Слушай, ровно 50-я позиция. Это, кстати, и 12 откатов. 12 откатов, это получается 6 поединков еще остается. Слушай, возможно, есть такой шанс, что мы перейдем прямо сегодня в топчик. Что-то такое наклевывается. Шесть поединков по десятке, это уже получается 60 очков, как минимум 60 кубков. То есть, ну, сейчас, вот сейчас посмотрим, с полтинника мы перепрыгнем черту сороковки или нет. Если перепрыгнем, то сегодня будет топчик. То есть, я имею в виду 10 ступенек, больше 10 ступенек возьмем. Да, да, ребята, топчик будет взят. Вообще, идем там просто легко. Как будто нас по ветру несет. Так что... Все хорошо. У меня даже будет тогда небольшой запас после работы не играть черепашки, да, а ждать 2 дня и на выходном уже нормально отыграть. Ну там скинут, конечно. Опять же сбросят нас куда-нибудь до Лиги Мастеров 1 звезда. Но все-таки не надо будет сидеть каждый день. И сейчас смотрим. Была 32-я позиция. По идее должна быть 22-я. Где-то так. То есть на 2 поединка еще, грубо говоря. Ох, вообще 14... Все. Все, ребят, что-то мы тут раздухарились. Возьму я, наверное, здесь Макмана плюс Армагона. Слушай, я не сглупил ли, взяв Макмана и Армагона? Ну ладно, Армагон сходит первым. А Макман-то... Ай-яй-яй, тут еще и Муха. Токс... Блин, он еще и ускорение повесил. Прикинь, Микеланджело повесил на себя ускорение. Нате. Ай. Вот, вот она к чему приводит, ребят, роковая ошибка. Конечно же, ушатывает. Макмен тут сплоховал. А во всем виноват Микеланджело, потому что Армагон его не добил. А вот был бы у нас Супер Шреддер, он бы его или добил бы, или постепенным уроном бы точно бы ушатал. Ну да ладно. Все, друзья, тут... Можно, как говорится, расслабиться. Первое место... Не буду я тебя брать. Первое место нам здесь обеспечено. Еще даже очень много бойцов осталось у нас в запасе. Так что, давай добивать их. Поехали. Так,
И вот так. Все, ребят. Поздравляю нас с топчиком. Ну, естественно, нас скинут. Это понятно, уже в следующей серии мы уже не будем на первом месте. Возможно, даже не будем в Лиге Мастеров 3 звезды. Но то, что я хотел, мы сегодня сделали. А теперь поднимаем уровень персонажа нашему Кренгу. 94-й. Блин, еще чуть-чуть и все, друзья. И он будет у нас соточкой. И забираем здесь награды. Вот и все, друзья мои. Ну что, остается нам на этой, до конца этой недели попробовать все-таки найти 3 ДНК на коже голового. И будет, как говорится, одним прокачанным персонажем у нас больше. Так, у нас пицца еще осталась. Может быть, нам все-таки ее потратить? Ну, ты сам понимаешь, куда ее потратить нам. Так, вот он, Крэнк. Навыки. И, кстати, друзья мои, в конце этой недели у нас будет переводиться следующий персонаж в платиновый ранг. Прошу это не забывать. Ну что, поехали. Нам нужны комиксы. Нам не тыква это нужна, а именно комиксы. Комикс-чувак называется. Так, это уже второй. Там нужно их 8 было, да? Ладно. Второй, третий. Подожди, дай-ка я еще раз посмотрю внимательно. Еще 4. Еще 4 комикса получается. А, все. Все, пицца закончилась. Друзья, и я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.